Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Бравл Старсу. Завершил я собирать, проходить сезон, добил 70-й этап, даже вот в принципе уже несколько ящиков сверху набил. И сегодня возьму скин на бунтарку Лолу, ну и соответственно ей поиграю, чтобы оценить этот скин. Что у нас там в магазине? Есть что-то интересное? Походу ничего. Можно на розу купить. А 10-й ранг... Нет, никаких сундуков больше, ничего. С другой стороны, лига клубов тоже вот началась, можно сыграть. И, кстати, еще прикол, получается, вот если у меня остались с прошлого сезона золотые билеты, как я думал, в этом я их купить не могу, как видите. Получается, нельзя их накопить, допустим, там 150 штук, и потом в одиночку набить бешеный рейтинг, как говорится, чтобы вот свой клуб вывести на первое место. То есть такое тоже продумали. Так что, в принципе, планов сегодня много. Пока пооткрываю сейчас значок на Лолу. Хочется, чтобы что-то уже хорошее выпало. Ну, в принципе, каждый раз что-то полезное выпадает. Но хотелось бы... О, так, на здоровье, хорошо. Хотелось бы бойца уже выбить. Давно не было, кстати, уже пора. Так, я уже не помню, на кого мне, в принципе, закидывать очки силы. Сейчас я подумаю. А я, получается, на Вольта вот купил очки силы в магазине, до 10 уровня его прокачал, так что буду тарить Вольта. Его буду на 11 уровень выводить. Так, значок на Лолу. Мега ящик. О, на урон, хорошо. Как раз то, что мне нужно на жизнь, на урон. Но больше ничего такого пока нет. Монетки. Сопротивление. Вот не знаю, сопротивление я как-то пока не уверен, кому его качать и вообще стоит ли качать. Просто будут лежать и складироваться эти вот гаджеты там или как их назвать. Так, очки силы опять на Вольта. Может, в магазине еще разок он попадется. Ну, в принципе, не так уж много и сундуков. О, опять на урон, отлично. Так. Да, а вот из гаджетов сегодня ничего не выпало. И 500 очков силы, вау. Ну, Вольт уже он себе половину, считай, прокачал, да? Да не считай половину, а половину. Почти ровно. Так, ну вот вторую половину прокачаю, наверное, уже в следующем этом сезоне, потому что если в магазине не выпадутся очки силы, то придется подождать. Новый скин бунтарка Лола. Так, сравним потом с обычной Лолой. Ну и тут небольшие ящички. Эмс. Я бы еще на Эмс хотел тоже, но пока нужно выбирать. То, что продается в магазине, то и покупаешь, вот. А не то, что хочешь. Повезло старое, что вот на нее... Не, ни одного гаджета ничего не выпало. Что на нее в магазине продавались очки силы два раза. А, так, сыграем пару матчей в лигу, в клубную лигу, потом вот буду делать то, что и обещал. Так, ограбление. Так, ограбление, я капитан, да? Секундочку. Не знаю даже, кого здесь. Запущу-ка я Ниту. Сколько раз ей... Били нас. Даже не знаю, кем быть. Ну, в ограблении не сильно хороша Пэм. Я не уверен, что это правильный выбор Пэйни, да еще 8 уровня. Кем же мне быть? Капец. Эль Прима я, в принципе, играл, но дело в том, что... Не знаю. Эль Прима, конечно,
хорошо себя показал в ограблении последние разы, но все зависит от команды. Кольт, Сту. Сейчас посмотрю, кого он выберет. Тик. О, Тик 5 уровня, хорошо, ладно. Хотя бы не 9. Это значит, что у него ни гаджетов нет, там ни звездной силы. Вообще ничего. Что ж, поехали. Пожелайте нам удачи. В принципе, пока еще лига слабая, то есть противники там далекие. Какой-то он далекий. ОПМ там пошла раздавать. Ай, не туда, блин. Ай, не успел нажать на ульту. ОПМ молодец, гляньте. Так, хорошо. А вот, кстати... Блин! А, что-то как-то совсем плохо получилось. Вовремя Кольт отошел. Ай, так нечестно. А, даже не один удар, даже там вообще осталось там этому сейфу бедному. Так, пойдите кто-нибудь добейте там его. Опа. А, стоп. Ладно, нормально, в принципе. Я не помню, просто аж... Следующий раунд по-любому, я ж не с ультой начинаю, правильно? А то я думаю, может зря использовал ее. Что он там говорит? Мотор, мотор. Не надо в меня стрелять. Не надо в меня стрелять. Ай. А! Все-таки я его добил. Жалко, что ульта не успела. Да стреляй же ты в него. О, отлично. Вообще разобрал его так по красоте. Так, мне эта гадость смешает. Чисто вот. Визуально. Короче, они поняли, что им здесь ничего не светит. Я думаю. У них Тик вообще слабый. Блин. Сту, ты мне не нравишься. Давайте. Ай, куда? А куда я только что прыгнул? Это, конечно, было жесть. Куда я прыгнул, скажите? Ага. Не успел нажать на ульту, так бы опять ульту добил бы его. Конечно, как-то так. В конце расслабились. Нам больше половины сейфа снесли. Потому что они все втроем тут оказались, и никого не было в защите. Ладно. Плюс 9 трофеев клубных сгодится. О, вот это, конечно, карта мне не нравится. Кем же я здесь играл? Подождите. Надо подумать. Кем же здесь играть и кого здесь запрещать, вот честно. Я бы такое, что Бо, наверное, запретил. Он здесь просто своими этими бомбами на центр убивает. А я его пропустил, наверное, да? Бо, он где-то в начале там, наверное. О, ясно, ладно. А, я долго этот... Блин, я долго выбирал, жаль. Значит, пока вот меня там за этот, я Лолой поиграю пару раз именно вот такой скин и вот такой.
Ну, не знаю, в принципе, тот красивый, я бы не сказал, что прям какой-то намного круче. Пускай будет каждый раз разное. А, нет, типа можно запрещать даже какой-то. Ладно, поиграю все-таки новым скином. Так, все, поехали. Больно. Вот это он молодец, взял нас, выручил на звезды. Ай! О, хорошо. Прошел наконец-то у него. Выстрел с двух этих. Да, блин, что ж ты. Давайте отойдем. Только что меня не слышат. А в динамайк сейчас возьмет и... Блин! Тихо там... О, давайте убейте, отлично. Тоже как-то... Вот, он бежит, я его видел. Успел спасти. Там сквик, конечно, просто уже шторит. Куда ты прёшься? Ну, кик тоже там, блин, ну. Ай, нет, 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 блин. Секунды. Что-то меня автоатака сейчас подвела немного. Ладно, выиграли, да и выиграли. Хотя, в принципе, трофеи такие уже немаленькие. 23 ран. Как-то нам повезло, в принципе. Так, ладно, продолжаем. Теперь за нас сквик, хорошо, надеюсь. А, да нет, он полечился. Ай, нельзя, нельзя, нельзя. Отходим. Лечимся. И куда ж ты лезешь? Ай, да что ж у меня все летит, да? А, он лечит еще, видите? Блин. Ай, нет, нельзя, нельзя, нельзя. Как-то оно все. Получается. Не можем. Да добейте ж, блин, да что ж такое? Не могу я войти в игру. Ой-ой-ой, зачем? А? Да ну, знаете, что творится. Эта пушка, конечно, добивает. Блин. Короче, нас прибили здесь. Грамотно играют, как бы. Далеко раскидывают, вот и все.
я ничего не могу сделать, даже подойти к нему. Да, проиграли. Еще разок, наверное. А потом вот этот уже опять в силовую лигу. Там два тика, война тиков. Что-то даже не знаю. Ай! Успею. Ну, успел, но не я. Ай! О! Прострелил. Какие-то войны такие, блин, скромные. Хорошо, если... А, видите, сейчас... Той, конечно, это пара. Там будет сейчас подкарауливать по-любому. Так и знал. Ну, что в этой ситуации сделать с той? О, хорошо, Таро. Дупанули. Блин, ну как тика дай. Да, опять ульта была, конечно. Просто пронесло. Ладно, два боя выиграли, один слили. Не смертельно, а? Тим новый поюзал. Так, а вот, силовая лига, по идее, уже восстановилась. Награда за поимку. О, карта такая открытая. Так, кого здесь нам не лучше запрещать? Да не знаю, все-таки, наверное, все-таки запрещу. Бо, может. Где он есть? Блин. Что-то я не вижу его. Опять 5 секунд. Короче. А, вон, под динамайком был. Блин, когда уже... увидел, то... Ну, и там тоже тика запретили, динамайка. Такие, конечно, бойцы. Которые... Ну, с дальних никто не любит. А, кем же здесь лучше быть? Я посмотрю, кого возьмут там. А, соратники, потому что... Если... Три дальника... Допустим... Тоже... Надо брать кого-то, чтоб танковал немного. О, шестой уровень, хорошо. Значит, ни гаджетов нет, ничего. О, воль десятого, ясно. Так, ну что, взять все-таки, может, мою Тару. Или Пенни. Пенни, тут, в принципе, тоже неплоха. Да и Тара. А где Тара, я уже не помню. Блин, сейчас я опять... Вот Тара. Если бы Вольт был там 10-го, я бы, может, взял бы Пенни. А так, думаю, пускай будет Тара. Потягаемся уровнями. О, блин, ну как так? Brawl Ball, ну блин. Так. Я его в противниках терпеть не могу. Когда им хорошо играют, то это просто вообще
имба. Разносит всех. Ну вот справа это динамайк. Справа динамайк и тика, они вот это приблизительно на одном уровне. По-моему, динамайк опаснее тика. Так. Брол, бол, брол, бол. Ну куда он? Бол берет 6 уровня. Ну, хотя там. Так, так, так. Какая карта? Даже не знаю. Два дальника. Может взять мне кого-то типа Фрэнка. Давайте возьму. Правда, у меня на него гаджета нет хорошего. Вот это. А, подождите. А, она у меня есть, просто ее же поменяли, я еще даже после этого ни разу не играл. Так, Фрэнк забирает силу, либо все-таки жизнь дополнительно. Он танкует, его прикрывает, поэтому лучше больше жизни, чтобы у него было. Все, поехали. Там, конечно, блин, два жестких дальника таких. Но Фрэнк хотя бы будет ломать стены. Если выживет. Ай. О, отлично. Ай, блин. Застрял. Ну хотя бы стену поломал, тоже хорошо. Вот так вроде бы неплохо там контролит. Ну, доконтролил. Ай! Блин, ну хотя бы прибил, ладно. Да ну что ж ты делаешь, а, Макс, ну. Танкую, танкую, как плохо танкую. Ай, блин, не успел отойти, ну. Фух, если бы сейчас забили, было, конечно, плохо. Я Фрэнком 100 лет не играл, не знаю, почему я его взял. О, отлично. Фух. Вообще оборону полностью разнесли там. Так, нам просто теперь нужно продержаться. Просто надо было мяч контролить. Время уже почти прошло. У меня уже гаджетов нет. Блин, только этого не хватало. Wi-Fi. Капец. Как так? Второй раунд. Вот, типа у меня больше всех жизни было прям-таки. В этот раз как-то мы быстрее им забили. Ай, промахнулся. Вот это меня с трех стволов взяли и вынесли. А чем же занимались союзники в это время? Смотрели, как меня убивают. Да. Я вот не могу. А он же... И когда двигается... Че, когда бьет, он не может двигаться, да? Как некоторые, типа кольт там и так далее. Достал.
Успей, блин, не успел кинуть. Я просто потерялся, мне же на эмуляторе тяжело переключиться с удара обычного на ульту. Ну, хотя бы их там разнес хорошо. Фрэнк за счет жизни, конечно, он может вещи делать. Иди сюда. Мои сладкие. Вот это было красиво. Как-то вот нагадили за поимку. А, Лола я не очень, а с Фрэнком, по-моему, нормально сыграл. То есть 2 по 9 трофеев мы в копилку клана положили. Так, и еще ящик можно открыть. Так, получается, мне еще нужно Роза выиграть 3 раза в одиночном столкновении. Тоже 100 лет я не играл уже. Столько много бравлеров, пробуем всеми переиграть. Только на любимыми играешь и все, и теми, которые по заданию. Получается, звездная сила у нее что, находясь в кустах, восстанавливает 200 очков здоровья в секунду. Это ясно, и... удобряет землю. Замедляются, ну не знаю. Смотря на какой карте... А, мне же одиночное столкновение нужно, да? Так, ну не знаю, ладно. Конечно, тяжело здесь будет играть. Очень даже тяжело. Так, а здесь вот тоже. Ладно, попробую. Так, ящик. Что там в ящике? Амберфлола. Так, а еще хотел глянуть, что там у меня. Я вот Тара играл, а я забыл, что я ж, по идее, мог бы ей, наверное, прокачать силу вот за 400. То есть теперь она... Да. Теперь получается, когда у нее меньше. А, все, да, больше нельзя. Только 3 уровня. А почему пишется 2 из 5? Потому что 2 аджета, непонятно. Ну, в общем, ладно, 20% урона увеличивается, когда у тебя меньше, чем 50% здоровья. Хорошо. Еще бы через защиту и прокачать, было бы вообще здорово. А, все, пока, Роза. Ну, я не уверен, что смогу я здесь выиграть 3 боя. Разве что в кустаде затихариться. Ну что он хочет? Вот блин. Нет. Очень я говорю, блин. Только могу слепо сливать. Ну ничего. Просто вот Эдгар попался. О, Джин там чего уперся, интересно, что он там увидел. Ну что ты хочешь от меня? Неужели ты думаешь, что ты меня обманешь? Спасибо. Блин, почему я сразу не взял его? Да все. Ну, в принципе, вот я заметил, на таких рангах много сильных бойцов как бы нет. То есть там уже начинает ранг с 23-го, там вот сильные бойцы попадаются, а вот пока... Блин, Фрэнк. Ай, вдвоем. Да ну что ж такое, с двух сторон, а? Капец. Rosa is my name, Botany is my game. Блин. Ай, зачем я сделал это? Я его так купил. Ну, какой-то нубик, то есть, ну блин. У него жизни в полтора раза меньше, он бежит на меня. Вот уже 5 бойцов, мне в принципе... Ого, гляньте.
бешеная какая-то там. Шелли. А, уже 4 бойца, в принципе, мне уже тут особо бояться нечего, я выполню то, что мне нужно, да? А, не надо. Не надо. Кило промахнулся. Кило промахнулся. Опять промахнулся. Попал. Интересно, кто первый? Ай, блин, ну почему ж так? Обидно. Но все равно нормально, как бы, вернул свои эти трофеи, которые слил еще бы. Заработал, ну, победу. Да-да-да. Ай, у меня жизни мало. Ну да, ну да, ну да. Да, ну... А, все-таки он... Как-то не получалось у меня ничего. Хотел обмануть, но не вышло. Ну, он дальник, конечно, да, еще причем сильный такой. Сильный в ближнем бою, то есть у него в ближнем бою урон бешеный. Кактус. Он пошел за угол. О, отлично. А он снубил, то есть он вообще, в принципе, сильный боец. Но вот как-то здесь он не самым лучшим образом сыграл. Оно уже четвертое место, так что уже, в принципе, тут победа засчитана. Ого! Не надо! Лучше он Мортиса бей. А Мортис все же на мыши будет. Выступать. Мортиса, я недавно, у меня квест был 8 боев Мортисом выиграть, поэтому я помню, что такое Мортис. Вечно от всех убегать. А потом вот, когда... Блин, надоел. А потом так на мышку ходить. И бич. Ну ничего, второй бой, еще один бой, в принципе. И все. И дело сделано сегодняшнее. Опять в этом месте не сильно удачно. Вот морде сразался, на мышу туда залетел. И он даже в бой не вступает чаще всего, когда не уверен, что вот именно 100% выиграет. То есть его задача просто от всех убегать.
так вот. Ага. Ой, надо лечиться. Надо лечиться. Блин. Надоело. Хотя бы дать сейчас, что есть. Вот и отлично. Уже это 4-е место. Этот друг не нравится вообще. Ой-ой-ой, как нет. А, разнесло вообще. А, повезло. Просто Кольту повезло. Мы там все разбирались, короче, а он там подошел на мышу и ударил. Ну, кажется, ящики еще не собирал. Но вот с открытиями сегодня была беда, конечно. Ну, а во всем остальном, в принципе, ну, проиграл несколько раз, бывает. Я думаю, никто не скажет, что он всегда выиграет. А, где-то из-за своих ошибок, где-то просто не повезло. А в любом случае, надеюсь, вам нравится Brawl Stars и мои летсплеи. Не забудьте поддержать это видео своим лайком. А, ну и всем удачи, пока-пока.